В Каракианском районе также помнят жертв политических репрессий. Этот день имеет особое историческое значение для народа Казахстана. Участники акции возложили цветы к памятникам старейшины и объяснили важность этого дня молодым людям. Цель мероприятия – любить родину, вспоминать прошлое, а также уважать историю. Первый президент страны Нурсултан Назарбаев отметил День памяти жертв политических репрессий 31 мая 1997 года. В связи с этим Ассамблея народа Казахстана ежегодно принимает участие в различных тематических мероприятиях. Наша цель – сохранить и передать молодому поколению нашу историю. Желаю, чтобы наша страна развивалась в мире и согласии.